газом, с газом, с газом, газой. У нас улица Воронежская. Выбирай место для остановки. В зеркало правое посмотри только. Только опять же надо было, да, когда мы останавливаемся? Ручник, парковка, да? Левый ряд, перестройся. Скорость, смотри, смотри свою. Обидно будет, да? Выбираем место для разворота. Как ты думаешь? Можно? Не спеши, не спеши. Остановись, полная остановка. Крути руль. Крути, крути, не бойся. Прячься в перекресток. Хотя уже с газом тогда едем, раз не спряталась. Газу, поехали, я тебе сейчас все объясню. Это перекресток регулируемый, правильно? Mm-hmm. Мы разворачивались на зеленый, загорелся красный, мы его должны покинуть. Понимаешь? В левый ряд перестраивайся. Ну то давай. Есть, а как должно было быть? Что должно быть? Как надо было? Горит красный. Угу. В тот момент, когда мы были в перекрестке, разворачивались и загорелся красный. Мы должны покинуть перекресток. Как с другого, как тебе сказать, вот с Балтики будут выезжать машины? А, я поняла. Им же загорится зеленое, и мы тут стоим, да? Мы должны были что, там остановиться в этом закутке, в котором мы разворачиваемся? Закутке, я тебе сказал, остановиться это для того, чтобы когда там машины летели, я же не видел, что светофор замигал. Так, здесь налево только едем. Естественно, когда разворачиваемся, ушли в карман, спрятались. Да? Соответственно. То есть просто надо было завершать? Ну, конечно. Сейчас мы и сделали это. Завершили маневр. Удачный час продолжается, друзья. И у нас следующее приветствие. Звонил недавно Дмитрий Васильевич и передавал огромный привет близкому человеку Светлане Вячеславовне. Пожелал ей прекрасного легкого рабочего дня и прочего континента, который будет отломать греческую песню. Уверен, именно это следующее. Удачный час продолжается. Телефон в Хабаровске 65-106-2. 65-106-2. Сейчас мы поворачиваем налево. Угу. Смотри, встречку пропускаем, все. Успеем? Да. Ну, поехали. В любой ряд, в левый, в правый, как удобно. Но уже сразу поехали в правый. Вот так. Все, разгоняемся. Право поворотник, перестройся вправо. Поворотник где? Едем. Едем, едем. В левый ряд теперь перестраиваемся. Левое зеркало, левый поворотник. Пошли с газом. Пошли, пошли, пошли. Да недалеко. Все. Ну не превышая скорость. Скорость. Гуляй по дороге, не гуляй. Мы ехали справа, мы и будем ехать справа. Дорога, и тут одна полоса, но умудряется вот две машины залезть. Вот не будем мешать.
справа поворот. Включай сейчас зеркало. И, соответственно, едем на улицу Тихоокеанскую направо. Отпусти тормоза. Добавляй газ. Левое зеркало в левый ряд. Вот так. На перекрестке поедем налево. Подъезжая к светофору, видим, что он загорелся запрещающим сигналом. Да, там все горит красным. Выезжаем аккуратненько, пожалеем автомобиль. Слева пешеходов смотрим, у них зеленый нету. Спереди нет машин, встречки. Ну вот и поехали. В любой ряд, только сразу дашь. Автобус стоит на аварийке. Если ты поворачиваешь, то сразу либо влево, либо в правый ряд. Понимаешь? При повороте налево. А если вправо поворачиваем, то только в правый ряд. Чуть-чуть сместись влево. Видишь бордюрка? Смотри, автобус отъезжает, да? Мы его пропускаем. Едем, едем. Он уже и без нас выехал. Едем, едем, не бойся. Если ты будешь от всех бояться, мы и будем стоять здесь до вечера. Едем за автобусом. Вот он тебе направление и дает. Чтоб не путаться по дороге, где тут ехать. Едь за автобусом. Догоняй его, догоняй немножко. Вот так, вот и едем. Можно его объехать, да? Нет, нельзя? Ну ладно. Слева поворотником надо было обойти от него. Сейчас-то выключаю его уже. Это направо. Поезд смотрим. В нашем случае это трамвай. По рельсам нет никого. В левый ряд и в левую. На Бондаре поедем налево. Видишь движение по полосам, знаки? Не бойся, не бойся, едем. Движение по полосам, видишь справа знак? По этой полосе мы только налево. Включай левый поворотник. Тормози. Вот он. Еще. Вот так. Ну что там? Едем? Нет. Нет? Крутим-крутим. Полоса вот так вот. Только надо было пешеходов еще пропустить, если бы они были. Знаки какие видят?
почему мы всю дорогу едем? 40? Потому что там знак, да? А 900 метров это сколько? 900 метров это сколько? Это 900 метров, это 10 метров. Ой, 10 раз по 100. Ну вот куда? Же, смотри. Вот 480 километров, точка 7, видишь? Угу. 7 это 100-метровка. Это, видимо, до сюда было 900, да? Ну и вот еще отсюда вот 200. Вот на восьмерочке увидела, да? Считай. Знак какой видишь? Можно ехать больше 40. Почему? Снимать ограничения. Ну, отменяет предыдущий знак. На перекрестке направо поедем. Песня понравилась? Нет. Я думаю, как вам после вашей музыки слушать такое? После моей музыки слушать такое? Мне? Нормально? Да, мне вообще без разницы какое. Мне лишь бы что-то играло. Прижимаемся вправо. Видишь знак, конец полосы, левый поворотник, разгоняй машину и уходим с газом, уходи. Только в зеркало перед этим посмотрел, молодец. Выбираем место для остановки, остановись. Включи левый поворотник. Ой, правый, извиняюсь. Справа поворотник включай. Надо сказать, посмотри в зеркала. Никто за нами близко не ехал. Так, можно остановиться? Ну, вообще, да. Вот. Да. Ну, все, пожалуйста. Нас же объезжают, да? Угу. Сплошную за нас они не задевают. Включай поворотник. И вот на экзамене, когда вам дают выбрать место для остановки, вы почему-то едете, о чем-то думаете, я не знаю. За это время можно придумать самолет, как изобрести, блин. Пока вы едете, 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 едете всю дорогу. Куда едем? Что делаем? Ехать вам тяжело, что получше. Ну, понимаешь, не будет так в жизни, что получше. Нужно как можно быстрее. И адекватный. Получше это вообще за руль не садиться, пусть тебя возят, если вот так разбираться. Но мы не найдем красивое место, где можно остановиться. Где. Почему знаки главная дорога? Раз знак, два знак. Что, одного знака недостаточно понять, что он главный? Показывает перекресток. Перекрестки, пересечения, да? Так же, как и сзади, мы резко тормозим, сзади тоже машина появляется, да? Неожиданно. Вообще нужно, чтобы действия наши были адекватными.
без причины притормаживает, тоже некрасиво. Смотри, видишь, красный загорелся? Да. Убери газ. Все даже притормаживает потихонечку. Еще притормаживай, еще. Притормаживай. Это... Чтобы экономить? Не то, чтобы экономить, а смысл машину насиловать. Да и тебе же приятнее, наверное, накатом проехать, чем тормозить, газовать. Я думаю, что для машины лучше, если мы будем... Конечно. А смысл лететь, да, остановиться, потом резко газовать, ну, увидела красный. Скидываешь скорость, рассчитываешь, что пока доедем, уже загорится зеленый, и накатом проедем. Давай-ка в левый ряд уходим с тобой, с газом. Включай уже поворотник. Еще левее чуть-чуть возьми. Еще левее. Смотри в зеркало влево. Видишь, где сухая полоса и где мокрая полоса? Прекрасно. Видишь, загорелся. Да зачем ты поехал? Да выезжай уже. Вот так нельзя делать. У тебя есть место, куда выезжать? Да. Нет, да? И за нами еще все машины поехали. На дорогу смотри. Все, стоим. Мы поворачивать налево будем. Да, мы поедем налево. И знаки, да, нам даже наверху сейчас джип отъедет. Сверху нам знаки появляются. Движение по полосам, да? А в прошлый раз на экзамене, по-моему, была вот ошибка такая. Что еще раз? На экзамене у кого-то была такая ошибка, что он выехал. Ну, наверное, у многих кого такие бывают ошибки. Пока на стоп линии. У нас же места нет выехать на перекресток. Да. Видишь? Да. Теперь поехали. Теперь у нас место появилось. Мы выезжаем. Там чуть было не было, видела? За джипом самым главным не лезь. Сейчас поедем. Смотри, замигал. Поехали. Завершаем маневр. Любую полосу. Давай с газом только уже уходить.
Вот так вот. Умница. Вот твоя полоса, чтобы не путаться. Вот сухая, видишь? Mm-hmm. Слева в зеркале будет видно мокрую полосу и машину. Соответственно, ты будешь ориентироваться. Место для остановки. Можно, да? Не знаю. Ну, можно. Ты хочешь побежать до следующей остановки и сказать мне, какой там знак висел? У тебя есть одноклассник? Ютуб есть? А что там написано? Ну, есть? Ну. Вот это видео я сегодня загружу в Ютуб, в одноклассники. Вот запомни момент, где мы едем. Это у нас 23-я минута, 22-я минута записи. И внимательно посмотри, после того момента, когда мы повернули, где стоит такой знак. Почему здесь нельзя останавливаться и тому подобное. Ясно? Посидишь дома, посмотришь то, как ты где проехала, и посмотришь те знаки, которые ты не увидела. Молодец. Так, мимо что-то наехала. Едем. И мне при том скажешь в следующий раз, по видео даже посмотришь, скажешь, где ближайший перекресток по той остановке. Вот. Только машину давай сохраним, пожалуйста. Блин, ну мне обидно. Я зря машину помыл. Потом дождь пошел, сейчас солнце светит. А машина грязная опять. Так, мы как-то едем с тобой посередине дороги. А там машина тоже. Ну ладно. Разгоняй машину. Разгоняй до 60. Разгоняй. Правый поворотник, правый ряд, уйди. Я бы рекомендовал бы тебе закрыть твое окно. Я хочу это сделать. Потому что тебя обольют грязью. Я понимаю. Я хочу это сделать, просто пока не могла. А я свое приоткрываю. Да. Пожалуйста. Нижегородванской. 26 апреля вчера была. Да. Нет, нормально. Так, какое у меня было задание? Выбрать место для остановки. А, это задание? Нет, я про... Посмотришь, вообще посмотришь кусок видео, да? Где ты проехала, как проехала. Какие-то ошибки свои увидишь, какие-то плюсы увидишь. Главное, какой-то результат, чтобы у тебя был. С тобой едем сейчас в сторону проспекта 60-летия октября. Это вот. Нет, ты держи пока машину правильно так. Не надо никаких пока действий. Теперь включай левый поворотник, разгоняй еще вперед машину, разгоняй. Можешь с газом перестроиться, сзади же никого пока нет. Включай поворотник. Почему мы перестроились? Потому что вот полоса, видишь? Не знаю, ее на камере будет плохо, может, видно. Все же надо смотреть. Давай в самый левый ряд с газом, уходи. Поворотник. Так, машина пролетит. Разгоняемся. Еще сильнее газой. Раз, так вот. Да? Почему мы в этот ряд ушли? Мы не будем путать теперь полосы.
мы не будем по всей дороге ехать, да, как туда-сюда. Мы взяли себе ориентир и едем по крайней левой полосе. Ездила здесь? Давно. Вот. Ну, как-то в основном по... Левее чуть-чуть возьми. Возле дрома ездили? Ну, мало. Я Опять от машин со своей полосы. Давай-ка, наверное, с тобой развернемся, а то мы здесь простоим час. Видишь, тут дорогу делают, тем более. Тут пока некуда идти. Некуда? А. Ну, ничего страшного, едем прямо пока. А сюда нельзя вот... повернуть было? Там же сплошная. Ну, почему сплошная? Выезд же есть. Левый поворот на ключи. Давай, тут прямо. Еще чуть-чуть вперед. Вот так. Там тоже можно было? Где? Там, да. Крутируй. Поехали, поехали. Успеешь. Главное без остановки это сделай. Газуй, 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 газуй. Умничка. Прям как надо. Вот так всегда, если будешь разворачиваться, вообще цены тебе не будет. Так, а где здесь хотели развернуться? А? Где здесь хотели развернуться? Мы уже проехали. Это место проехали? Да. Да в любом месте можно развернуться, где есть заезды, выезды. Звоните 50, ой, 65, 55, 57, это офис.
57. Поворотником его нужно объезжать. Включай поворот. Правый. Включай. Правый поворотник. Поедем на большую. Едем, едем. Смотри, мы едем, едем. Там же 40. Стоит знак. Нет, я тебе ничего не говорю. Смотри, знак стоит. Какой? Главная дорога, пропускай. Уступи дорогу. Да. Просто едь прямо с левым поворотником. И смотри, чтобы никто не приехал у нас слева. Вот, все, мы в полосе. В принципе, никаких манипуляций с рулем мы не делаем. Автобус еще стоит. Там ребенок бежал. Видишь, справа стрелка, дополнительная секция. Они всегда уходят направо, всегда. Красный горит, зеленый здесь, они всегда уходят. А многие остановятся и стоят. Многие стоят. Автобус отходит, мы спокойненько едем, да? Смотри, светофор, да, мы не успеваем. Что сейчас? Свистят так. Кто мы? Не пойму. Стой, 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 стой. Колодки свистят. В левый ряд по возможности перестраиваемся. Опять же, ключевое слово — возможность. Если нет такой сейчас возможности, а зачем ты поворотник выключил? Ну, а чем там же не нет? Ну ладно. Ну, ты, получается, отказалась от тех действий, которые я тебе говорю, да? Нет. Тогда включи поворотник. И выбирай момент, когда мы сможем перестроиться. Благодаря нашему поворотнику нас кто-то заметит, нас кто-то увидит,
нас кто-то пожалеет и кто-то пропустит. Вот взять тот же грузовик. Газуй, теперь газуй, 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 газуй. Если ты уж перестроилась, будь добра, ехай. Возможность была остановиться? На мигающий зеленый? Да. Мы же проезжали, он еще мигал. И нельзя было тормозить. Ну что ты останавливаешься? Давай, давай, разгоняй машину. Давай, зови о себе. Блин, ну солнце светит. Ты понимаешь, о чем это? Ну попросили солнце. Теперь вы не довольны, что солнце. Радость моя. Знак какой проехали? Вы меня отвлекли. Я тебя отвлек, да? Хорошо. Я тебе припомню. Какой знак стоит? Запрещающий на дороге меняться может каждую секунду, видишь, да? Где-то нужно тормозить, где-то нужно на газ нажать, где-то нужно обратить на светофор. Зеленый горит? Зеленый. Если справа светофор не видишь, тебе что-то перегораживает, то мы его видим слева, с двух сторон. А здесь вот сейчас будет перекресток, которые волнуют очень-очень много людей. Вот смотрите и запоминайте. Мы едем по крайней левой полосе. Крайняя правая, она у нас уходит на Тополево, на Комсомольск. Крайняя левая превращается в крайнюю правую за перекрестком. Поворотник включать не нужно. Просто держимся обочины, подъемки. Все. Слева у нас дополнительная полоса появилась, и она стала крайне левой. Да? Чё ты смеешься? Ну чё ты смеешься? А? Диктор с тебя никакой, да? Ну, извини, я только учусь. Так. Левый ряд перестройся. Знак какой проехали? На спидометр посмотрели? Сдали экзамен, нет? Как ты думаешь? Что смешно, да? Тоже нервное, по-моему. А, это нервное? Ну, улыбайся, улыбайся, ладно. Понимаешь, да, что на глупых ошибках мы, ну, не зависит, как мы, да, едем. Мы, в принципе-то, едем неплохо. Мы очень хорошо едем, да? Доверь тебе машину, ты поедешь, ты все видишь. Я прекрасно вижу, что ты видишь, что машина останавливается. Ты перестроиться где-то побаиваешься, ну, можешь. Ну, блин, то, что наши ошибки в чем? Мы не обращаем внимания, да, на знаки. Мы едем себе и едем, да, нам сказали перестроиться.
Да запомни, перед тем, как перестроиться, сразу глянь на дорогу. Посмотри, почему тебе сказали. Обычно я и гаишники, они всегда говорят перед самым интересным моментом. Перестроиться, чтобы отвлечь твое внимание. Но это не специально делается. Это специально делается только для того, чтобы проверить тебя, как ты обращаешь внимание. А не специально для того, чтобы тебя завалить. Многие говорят, меня вот завалили, меня это. Как-то так. Вот практически весь маршрут. Правый ряд перестройся. Перед этим мы смотрим в зеркало, да? Не меняя скорости движения своего. Перестроились. Выбираем место для остановки, не используя автобусные карманы. Соответственно, включи поворотник, да, остановись. Перед этим зеркалом посмотри, чтобы нас не прижали. И напротив выездов мы не останавливаем. Да не ака, все. Все, можно ехать. Ну, да. Условно мы выключили скорость, условно уже включили и поехали. Ну, вообще можно было, да, если бы не этот выезд? Да, можно. У выезда там, во-первых, своя полоса для выезда есть. А, ну, в принципе, то есть мы остановились правильно. Какие знаки проезжаем? Запрещающие. В левый ряд входи. По сути, вот тебе сейчас здесь говорят, выбери место для остановки. Что мы должны сделать? Едем до конца маршрута. Это все у нас маршруты сходятся за аэропорт. Всех автошкол, которые находятся вот в этой части у нас. Кроме ДСАФа и Южного школы. Вот нам говорят, вы выберите место для остановки. Все, мы паникуем. Тут везде стоят знаки главы. На той стороне, да, получается? Да, конечно. Мы что делаем? Мы разворачиваемся. Выключай поворотник. Почему выключаем? Потому что здесь стрелочка начерчена у нас. Движение прямо, да? Вот мы сейчас прямо на стрелочке этой стоим. Включаем левый поворотник. Он трогает да его. Да это у вас может что-то. Крути руль. Поехали, поехали, поехали. Газу, 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 солнце, газу. Вот теперь выбираем место для остановки. Господи, включила поворотник. Все, место хватает. Зеркало посмотрело, чтобы нам попу не въехали. Все, ручник, нейтралка. Ой, ручник, парковка. Давай, давай, ручник, парковка. А то мы так условно привыкли делать, потом забудем. Все? Что, все? Нет. Все, поехали. Вот как нужно делать, когда нам сказали остановиться, на той стороне нельзя. Поехали. Движение прямо, да, у нас. Выключаем поворотник. Теперь опять включаем и перестраиваемся. Давай, с газом, с газом, с газом, с газом. Вам тоже надо кнопку для закрытия моего. Правый поворотник. Правый ряд, уходи. Едем на заправку. Выключай поворотник. В принципе, вот и весь маршрут был практически. Потому что непонятно, кстати, придешь дома, посмотришь, что непонятно, спросишь.